Ребят, ПЖ, кто-нибудь снимите гайд, как правильно давать пиво, а то бойфренд все просит и просит, а я не знаю, как ему правильно давать. Так, вот так, или вот так, а может быть вот так. Кто-нибудь подскажите, как надо. Или так, а может быть... Ты наливайся! Чувак, ты чего? Нажать Ctrl Alt и стрелку вверх экран перевернет. Давайте попробуем. Ctrl Alt и стрелка вверх. Нихуя себе. Вы все боты, а я задоначил с маминой карточки, и теперь у меня есть такой генерал Гавс. Ах, вот ты где! Лифт-убийца, автомобиль-убийца, Леонид-убийца. Блять, преступник считал себя настоящим геем. M-O-K-P-B-I-N. Мэкб. Я феминистка, и я выступаю за права жінок, підтримую LGBT-комьюніті, а також мрію... Вы точно не хотите себе суперсилу или, может, способность летать? Не думаю, что интеллект хоть как-то вам поможет выжить в этой мете. Палка. Бить. Вы чё? Что ты хочешь? Большую письку. А зачем она тебе? Хочу. Зачем? Надо писить. Блин! Я не блять, я секретарь! Что вас ждет в шестом классе? Первое – трудная любовь. Второе – тяжелые роды. Четвертое – беременность тройняшками. Шестое – развод с мужем. Пятое – любовник. Итак, пришло время почистить список от ненужных первопроходцев. А если на понятном языке, я собираюсь удалить ненужных персонажей. Только кого бы удалить? Ага, думаю его. Он меня все равно бесит. Ты мне нахуй не нужен. Отсюда. Ты мне нужен. Я устал. Ой, не, как лучше. Такого говна в жизни не жаль. Besteht klar, da ist Effen Schneck schreit den Brücken, Brücken, es gelacht. А сколько уже процентов? 50. Осталось или загрузилось? Сука, дебил. Ты можешь общаться с людьми, не посылая их нахуй. Иди нахуй. Не смей меня объяснять. Суй ананас, ёб. Отлично, тревога отменяется, ребят. Я прочитал в Википедии, как правильно давать пиво. Ну, БФ, готовься. Сейчас ты будешь весь гал... Стой, ты чего, собираешься его пивом напить? Ну да, что? Чего пришел? Ты что, не знаешь, что с ним будет, когда его напьешь пиво? Да знаю, он будет в гал... Нет, не будет, будет кое-что хуже. Он устроит рэп... Слушай, он меня просто заманал все время просить пиво. Ну так не слушай его, просто заткни уши или еще что, или просто... Послушай-ка, это уже мое дело, иди-ка ты... Хотя ладно, делай что хочешь. Я тебя просто предупредил. И да, кстати, а зачем мы друг друга перебиваем? А, еще хотел спросить, а зачем мы друг друга перебиваем? Да, я сам не знаю. Может для того, чтобы казалось смешнее? Ну да, конечно, ведь автор этого видео совсем не умеет шутить. А вот ломать четвертую стену, это ты зря. Ах да, точно, прости бы, я совсем забыл. Может все-таки не надо? Мое дело. Ладно, пинай на себя.
Попил? Что ты наделал? Короче, пофиг, танцуем.